Меня зовут Ксения. Очень приятно, что вы к нам сегодня присоединились, и мы разучим небольшой сет. Итак, начнем. Ноги на ширине плеч, руки свободны. Первое движение – бросок правой руки к левому плечу и за спины. Ну-ка, попробуем. И раз. Удар, два. Еще чуть другой. Пробуйте. Раз, два. Еще разок. Вес тела оставляет всегда на правой ноге. Семь, восемь. Раз, и два. Есть. И поднимаем. Три. Четыре, да? Два раза назад, хорошо, отвожу паз. Через мягкие колени, чем ниже садится, больше амплитуда. Рука сверху, постепенно опускается по себе. Три, как хотите, да, посмотрите. Четыре. И дальше. Пять. И шесть. Еще разок. Право, назад, лево. Добавляем руки. Пять. И шесть. И отсюда замах. И семь. Бедрами. Вот. С самого начала соединим внимание. Семь. Вот. Семь. Раз. И два. Спокойно. Встал на четыре. Жестко. И шесть. И семь. Вот. Еще разок. Семь. Вот. Раз. И два. Мягко. Три. Четыре. Пять. И шесть. И семь. Вот. Есть. Вторая восьмерка. Восемь. И на раз. Сброс рост на два. И три. И четыре. И резко. Пять. И шесть. И спокойно. Семь, как хочу, да? Восемь. Чуть-чуть креатива. Еще разок. Вторая восьмерка. Еще разок. Чуть переносим вес тела на левую ногу и делаем сброс. Раз. И на два. И на три, жестко, и четыре, сразу пять, и шесть, головой, семь, восемь. И теперь соединим обе восьмерки. Помним, ноги на ширине плеч, улыбаемся, поехали. И раз, и два, три, четыре, пять, и шесть, семь, восемь, раз, и два, семь, и четыре. Ну а теперь давайте попробуем с нами под музыку. Пять, шесть, пять, шесть, семь. Большое спасибо всем. Жду вас на своих занятиях в студии Dance Paradise.